Пережили пандемию, сохранили всех рабочих. Помогла в том числе и господдержка. Предприятия региона получили льготных кредитов на сумму 3,5 миллиарда рублей. Средства от государства по ставке в 2% стали выплачивать в период пандемии. Финансовая помощь помогла сохранить рабочие места и на Ярославском кожевенном заводе. Здесь трудится больше 400 человек. Предприятие включено в федеральный перечень системообразующих предприятий в легкой промышленности. Наш коллектив сохранил уверенность в светлом завтрашнем дне, работоспособность, сохранены все программы и социальные, и развитие, дальнейшего развития и модернизации производства. Экономика начинает набирать обороты и восстанавливаться, и заводу получается перевыполнять свои даже показатели на этот год и, в принципе, выходить на показатель по году прошлого года и, соответственно, может быть, даже и превысить.